Галина Зайнуллина. Стихотворение «Любви, посвященный аккорд». Исполняет автор. Поприветствуем, пожалуйста. И откуда взялась эта песня, что возникла из множества слов, зазвучали мотивы чудесно, из природы, из бывших слов. Не грусти, мое солнце, не надо, затушуется гнусный овоз. Здесь волнованный гимн на эстраде, от него никуда не уйдешь. Он расскажет о многом полете. Боже мой, это что же, любовь? Что-то боится, ни кот не поймать. Это чувство из многих основ. Не волнуйся, бывает на свете, прожигает на солнечный луч. И, конечно, в счастливом билете, как всегда, тот счастливчик живут для тебя соловейка подбирает сердечный мотив, вдруг заплачет. И сердцем жалейка, сладострастен мне этот порыв. Ты услышишь меня, дорогая, посвящаю любовный аккорд, свою нежность тебе отдавая, я от этого выси и корд.